То всем привет, друзья. Выехал я на очередную рыбалку. В этот раз в верховье попал я. Цель была чуть выше, там ближе к Обчигаю, но, к сожалению, там все места заняты были. Я вниз по речке спустился. Ну, в общем, попал я. Я так понял, к полигону. Там чуть ниже полигон уже идет. В принципе, это те места, где я начинал свое знакомство с этой речкой. Отец меня в эти места возил. 2006-2007 года. Вот так получилось, что сюда попал. Хотя ехал там ближе к Обчигаю. Сегодня понедельник. Я думал, свободно как бы будет, но, к сожалению, очень много людей. Очень много. Будний день очень много. Что на той стороне машины, на машине стоят, что на этой стороне. Вот здесь, в общем, выбрали мы пятачок. Долго ездили, часа 3-4 искали место. Все занято было. Здесь вроде пятачок свободный. Я не знаю, как здесь с клевом, с рыбой. Но выбирать, как говорится, не приходится. Что есть, то есть. Остановились, закидушки я уже поставил. Сейчас спиннинг собрал. Пойду попробую жереха половить. Я видел, по берегу ходил, он малька бьет возле берега. Хотел выехать в четверг, но, к сожалению, из-за погодных условий не получился выезд. У нас частный сектор. Молния ударила в дерево возле дома. Получается, все погорело, вся электроника, что было в розетку подключено, все сгорело. Даже модем сгорел. Ну, то есть, до того сильный удар был, что там в радиусе там 5-6 домов вокруг дерева все сгорело абсолютно. Телевизоры там. Ну, в общем, вся электрика, что была, подключена к розетке. Благо, у нас телевизор, холодильник целый остался. Компьютер, модемы, приставки, все сгорело у нас. Вот, единственное, телевизор и холодильник целые остались. Вот так вот. Ну, я подумал, как бы в четверг не буду выезжать. Решу, думаю, вот эти все проблемы с компьютером, там, с интернетом, чтобы приехать уже смонтировать сразу видео, выложить. Чем быстрее, как бы, тем лучше. И вот в понедельник, получается, только выехал. Потому что суббота, воскресенье у нас карантин, оказывается, все закрыто было. Я так там в частных сайтах полазил, поскупал все, в общем, сделал вроде. Сейчас вот выехал, уже вечер, получается, вот только мы разложились, выехали где-то в часов 12, уже где-то 8 час, я думаю, пока место нашли, там, пока разложились. Сейчас вот думаю, закидаю, только закидушки закинул, сейчас попробуем жереха поймать. Не знаю, вот туда иду, там вроде как бы перекатик небольшой. Давайте начнем, друзья, нашу рыбалку. Что получится, посмотрим. Я тут на спиннинг ловлю, у нас поклевка. Пошел. Так, спиннинг положим. Сазанчик, скорее всего. Удочку возьми вон ту. Слышишь? Удочку возьми. Удочку возьми. Возьми. Удочку, говорю, возьми. Эту, говорит. Я пойду садок, говорит, возьму. Там камень. Если дернет, может об камень обрезать. Вот она и вечерняя поклевка. Не знаю, вытащу, нет. Ну, в принципе, я не за рыбой, если честно, приехал сегодня. Хватать? Нет. Просто сюда иди с ней и все.
все. Просто в руке держи удочку и все. Подальше отойди назад. Ты на леску, чтобы не наступил. И все. Дерг. Все, у нас ночной закорм и отдыхать. Кукурузы в этот раз я много сварил. Не жалеем, кормим. И подальше, и поближе, чтобы все были довольны. Этот подальше. Так, ну отошел я где-то метров 25-30 от закидушек. Здесь кормлю. Что так, как таковой ямки нету. Берег пологий. Плотный делаем закорм ночной, чтоб с утра рыбка покушала хорошо, подтянулась от соседей с того берега. Неудобно только. Фонарик сломался мой налобный. С таким ручным. Теперь одна поклевка. Только что-то серьезное взяло, наверное. Вот тут прыгал. На. Пойдем посветишь. На, в руке держи. Тут еще руку не вел. Ты не такой и большой. Так дергается. 2 килограмма где-то есть. Ну, да. Нормально. Все, вот такой вот. С утра порадовала нас поклевкой. Еще снасти не перезабрасывал. Вот разбудила меня, можно сказать, поклевка это. Сейчас посмотрим, что там. Ночью холодно, сильно холодно. Ужасно холодно было. Сыро, холодно. В общем, так плохо выспался. Хотя теплое одеяло брал с собой. Все равно замерз. Подсак забыл взять. В воду заходить не хочется, одетый. Ну, кто-то есть. Сазанчик. Попробуем так вытащить.
подсака. Да, начну перезабрасывать, наверное, снасти все. Странно, ночью поклёва вообще не было. Вчера вот под вечер 4 поклёвки было. 3 сазанчика, 1 карасик. И все на этом. Ночью плотно закормил. Ну, сейчас рыба подтянулась. Соседи вот тоже подъехали. Не сдается что-то сазанчик. Вообще не сдается. Здесь стандартный. Я так понял. Подтягиваю, чтобы убрать траву, чтобы его вытащить без подсака. То трава на кончике застрянет и все, крутиться не будет уже. Вот он, друзья, тоже где-то, я не знаю, на мой взгляд, ну, ближе к полторашке. Вот такой вот, в общем, друзья. Пора перезабрасывать. Посмотрел, вот этот вообще вот стянутый вдоль берега, хотя поклевки не было. Сторожок на месте, в принципе. Начну, наверное, с конца. Просто вытащу все, почищу. Потом уже забрасывать буду. Сейчас солнышко как раз поднимется немного, чтобы видно было рельеф. Куда кидать, далеко, близко, непонятно. Вчера кончик сломался удочки. По-быстрому обстрик его. Карасик, что ли, сидит здесь? Кто-то мелкий дергает. Все 3 закидушки она спутала. Ну, кто-то сидит вон. Карасик. Ё-моё, все спутало, а. Вот на этой, скорее всего, он сидит, вот, которая к берегу стянула. Да. Да, подожди ты. Сейчас уйдешь, подожди ты. Ну, все, осмотрел, в принципе. Пойдем сюда, карасик. Вот такой вот карасик. В этот раз такая кукуруза хорошая попалась. Прям крупная. Первый раз такая попалась. Не разваливается, не разваривается. Хотя я довольно долго варил. Он держит, в общем, форму. В воде тоже не разваливается.
Люди все продолжают ехать. Опять подъезжали, место искали. В общем, вывод я сделал такой, что в эти места ехать бессмысленно. Будние дни. Здесь такого понятия нету. Воскресенье, суббота, там понедельник, вторник. Здесь круглогодично, по-моему, народ. Здесь всегда народу валом. Здесь уже... Я помню, как с отцом ездил. Мы стояли буквально вот закидушка к закидушке. То есть наша закидушка, соседская закидушка, все. И вот так вот весь берег усыпан был закидушками раньше. И вот так рыбачили. Значит, в этих местах, в принципе, так же все и осталось. Так и рыбачат люди, чтобы далеко не ехать никуда. Здесь пытаются. В принципе, скажу я вам, что далеко ехать и не обязательно. Рыбы и здесь хватает. Просто если ее ловить, а не водку пить, то и здесь можно хорошо отловиться. Не хуже, чем в низовье где-нибудь. Все закинул. Все закинул, перезакинул. Пока закидывал, опять же рихмалька бьет под берегом. Пойдемте попробуем поймать его. Прямо вот здесь, недалеко от закидушек. Где вчера цеплялся у меня он. Сейчас покидаем. Как раз солнышко вышло. Попробуем поймать его. Поставил вертушку. Должна на солнце бликовать хорошо. Да, хорошо видно ее. Поднялся чуть выше. Что-то там не берет. Здесь попробуем. Так, ну у нас что-то грустно совсем. Тишина, поклевок нету. Давайте, наверное, закормим еще. Я не знаю, как лучше сюда кидать, куда лучше кидать. Кидаем так. Здесь видно мелко. Но течение сильное. Давайте чуть выше покидаем. А люди тем временем все едут и едут, ищут места. Опять подъезжали. Странно, никто сюда не встает. Я говорю, вот здесь слева берег весь свободный. Нет, не встают. Куда хотят все замаститься между удочек. В этот раз я много сварил кукурузы. Просто рассчитывал на другую рыбалку. Так получилось. Сюда вот попал. А кукурузу уже замочил. Она уже киснуть начала с четверга. Воду менял просто часто. Получается, полной с горкой сварил. Здесь 15 килограмм было. В этот раз просто
крупная попалась. Первый раз такая попалась. Пробуешь ее. Сахар ничего не добавлял, она сладкая. Обычная кормовая. Похожа на голиаф. Кукуруза вот в баночках продается. Что-то дернуло. Пока дошел, замолчало. Может, сошел. Либо зацепилось что-то. Но рыбы не чувствую. Нету рыбы. Не знаю, вроде все цело. Кукуруза не сдвинута. Давайте попробуем. На парочку поставим. Они с мед у меня есть, покупные. Сейчас проезжал дядька. Сказал то, что на медового хорошо берет здесь. Посмотрим. Поставим. Что будет, то будет. Если что, можно будет обратно потом пареным поставить. Не проблема. Так, давайте медовую на один крючок. Посмотрим, может, карасик даже поклевывать будет. На второй давайте анис. Раньше я только на них и рыбачил. На вареную кукурузу вообще не рыбачил. Посмотрим. Особенно на озерах. Это медовый очень хорошо себя показывает. Сейчас, если кукурузу я ставлю на озерах, только медовую. Не знаю. Любые другие пробовал. Вообще не берет. Это хорошо берет сазанчик. Полетели. Заходил, в общем, смотрел воду, где здесь ямки, так и не нашел. Везде такой пологий берег, аккуратные скаты такие. Нету, в общем, никаких ямок. Ну, не нашел, по крайней мере. Может быть, дальше есть свалы. По крайней мере, здесь под берегом нету. Ну что, друзья, я уже выспаться успел. Поклевок так и не было. Сейчас, в общем, перезаброшу. Часика два постоят. Поклевки не будет, если все, начну собираться домой уже. Слабенько, в общем. Рыбалочка такая получилась. Не знаю, кормил хорошо. Перезакидывал довольно часто, вот только поспал часика два. А так перезабрасывал часто. В чем причина, я не знаю, в общем. Сколько получается? 6 поклевок, 2 карасика, 4 сазанчика. Одного сазанчика отдали соседям. 3 сазанчика осталось. Ну, видно, забиты они все тиной. Сейчас, в общем, перезаброшу все. Подождем. Нет-нет, значит, домой поеду. Вот так вот, друзья. Подъехала инспекция. Вчера тоже подъезжали. Лицензии проверила. Сегодня тоже подъехала, проверила. И хотели оформить. По той причине, что лицензия, говорят, только на 5 закидушек рассчитана. Заставили снимать. Сейчас посмотрим, у соседей заставить. Нет, там у них штук 30 стоят.
Все, друзья, что, денежки взял, поехал. Снасти никто не собирает. Вот так вот работает наша инспекция. Я первый раз взял путевку, потому что в эти места, я знаю, здесь часто не ездят. Инспекция, я сюда взял. Видите? Не понравилось ему, что у меня больше 5 закидушек стоит. Заставил убрать. Стоял, пока я не начал убирать. Вот эти 3 туда ниже чуть спущу. Они все равно мертво стоят. Расти убрал. Короче, 6 закидушек я сказал, я оставлю. Не буду убирать их. Либо он принципиально увидел на голове камеру. Стоял, ждал, пока я не уберу. Обычно никогда проблем не было с этим. Ну и тут попался такой. Мне кажется, больше из-за камеры, скорее всего. Хотя я не снимал его. Просто как бы на голове стоит у меня. В принципе, сколько осталось? 1,5 часика где-то. Уже закат будет. Сейчас поставлю 3 закидушки передние сюда. Может, что-нибудь дернет. И начну потихоньку уже собираться. Основные вот эти сколько тут. Тоже 6 стояло у меня. В принципе, уже собрали. Сейчас уберемся. Пока эти закидушки будут стоять. Машину вещи закидал. Сейчас покушаем. Солнце уже, в принципе, заходит. Здесь у нас картошка жареная. А начну закидушки уже собирать те. А потихоньку начнем выдвигаться. Сейчас без 28. До 8 посижу, подожду. Поклевки. Нет, 8 уже закидаю удочки, машину, да, поеду. Люди уже не рыбачат. Кто купается, кто музыку слушает. Отчаялись. Соседи тоже вон. Вроде нормальные мужики приехали. Подпили. Ну, как обычно бывает. Давай там купаться, ругаться, кричать, визжать. Прям на своих закидушках уже начали потом купаться. Изначально к моим подошли. Зашли в воду, скупнулись и поплыли по течению. Я думаю, ну что за люди? А потом уже они возле своих начали там плескаться, купаться. Я думаю, ладно уже. Джерех вот бьет под берегом рыбу, ну на блесну не идет. Уже какую только не пробовал, и рыбки, и блесна. Тишина все равно. Вчера вот вечером один цепанулся, я не знаю, на камеру было, нет, видно. Ну, не подсекся. Все, сегодня сколько кидал, без толку. О, карасик напоследок. Карасик напоследок. Че, отпустим? Тебе нужен? Да, пусть. Ну что, значит, китайская катушка. Все, отработала. Новая катушка, абсолютно новая. 2-3 рыбалки всего лишь рыбачил. Все, трещотка не работает. Бегунок сюда ходит. Он что-то отвалилось внутри. Сама трещотка, он развалилась. Такие вот катушки китайские. Все, последняя закидушка. И все, на этом рыбалка наша закончена. Так, ну вот, в принципе, вес сазанчиков
полтора килограмма ровно. Я говорю, стандартные. Ну все, все собрали, закидушки все сложил, выезжаем домой. Спасибо, друзья, за просмотры, за лайки, за комментарии, за дизлайки, за то, что проявляете активность на канале. Спасибо вам большое. Те, кто не подписан, подписывайтесь. Также ставьте лайки, комментируйте. Для продвижения канала это очень важно. Алгоритмы YouTube любят активность на канале. Все, мы выезжаем. Спасибо вам большое за просмотры. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.